Всем привет! Только пришла, захватила там что-то перекусить и заняла очередь хлеб. Ну, не знаю, будет он или нет. Ну, притащила я тут какую-то кашу. Кусочек, по-моему, тут лежит кусочек сосиски. Как всегда, каша, капуста, кусочек хлеба. И это. Сейчас я выключу радио, что вам мешает. Забежала домой, сейчас поем. И побегу дальше. Может быть, будет, я не знаю, будет, не будет. Но надо сходить, потому что. Ой. Что-то, как всегда, каша пшеничная. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, есть фокус. Каша пшеничная. И капуста. И кусочек сосиски. Вот. Вам покажу. Во. Это. Ну, неплохая, кстати. Не совсем то, что. Пришла по-быстрому, но я плохо вижу. Там, по-моему, что-то есть еще другое. Что-то было желтое, но я плохо вижу. Надо будет рассмотреть. Они дают раз в неделю вот это. И эта сирена гудела. А я уже очередь заняла, думаю, буду сидеть ждать. Йетинг. Сегодня йетинг. Приехал вроде коридор там опять. Смотрю, упала. Сегодня капуста помягче. Каша пшеничная, капуста, горошек и кукурузка. И кусочек сосиски. Спешу, чтобы не прозевать. А то хлеб самое главное. А будет он или не будет? Так, мои дорогие, пока быстро помотаю. Надо одеваться, чтобы очередь не прошла. Все, пока-пока.